Ну вот, Доброе утро. доброе утро. Что-то как-то далеко друг от друга, только вот так. По одному глазу у каждого видно. Но это ладно, это не ролик. Я хотел, чтобы Левон задал мне вопрос. Сейчас вот как поговорим маленько, выключить, на ту тему, которую поднимал и я, и Андрей Кураев. Это я вот точно знаю. Он расследовал, когда кого канонизируют, то оказалось, за 1000 лет в православии, в России ни одного мирского человека не канонизировали. А только монахов. Мирской, если только он не был казнен. Ну тут уж мученик все. Просто так, говорит, ну вот жил человек, работал в таможне, он о таможне говорит, и взятки не брал, детей воспитывал. А мы знаем, такие, как вот Антоний был, ему мысль пришла, что равных ему никого нет. А поучиться охота. И он говорит Господу: Господи, если такое, чтобы так трудился, то Господь говорит, завтра сходи в такой-то дом, рядом деревня, и там ты найдешь. Ну, он туда пришел, женщина вышла, он и говорит, вот мне Господь сказал, что тут живут по-христиански. Как по-христиански? Ну, так вот все исполняют, и я поучиться пришел. Кротко, смиренно. Она говорит, а чему тут учиться? Тут два родных брата живут. А мы разные, с разных сторон. И они женились на нас и привели к себе. Вот мы уже 5 лет живем, говорят, и все. Ну, у вас какие-то скандалы? Нет, никогда нету. Мы, говорит, и на кухне дружно. Он когда узнал, что у них мирно все, больше мира, чем в алтарях. И он повернулся назад и пошел. Вот чего нам не хватает. Простая женщина. Эта же мысль коснулась и прямо Сирина. А ему Господь сказал, иди, и кто первый встретится, он говорит, если такой, который меня мог бы научить, я все знаю. Вот так бы, грубо сказать. Ну и первая идет женщина с ночного дежурства. Ночная бабочка. Он остановился, а куда идти? Она одета, все видно, что она расшуфыренная. Он остановился, смотрит на нее, а она на него. И он тогда и говорит, а что ты так на меня смотришь? Она говорит, я взята от мужа, и поэтому смотрю, а ты взята из земли, смотри в землю. Чего ты уставился-то? Он развернулся и обратно. О, вот это да, говорит, как ты сказал, это хорошо. И все. Представь себе, блудница, она ему мозги вправила сразу. Ты смотри в землю, что ты за мной-то смотришь, уставился. Однажды был, он во дворе готовил там что-то, а одна там в окно выставила. Может, там что-то не хватает там это? Не хватает кирпича и там песку, чтобы замазать тебе окно, чтобы не вылазило оттуда. А для чего женщина красит губы? И прям Сирин ответил, чтобы завлечь чужого самца. Одна фраза. Так вот, я хотел, чтобы Левон задал вопрос. Сейчас отключишь. И вопрос заключается вот в чем. Канонизация, которая прославляет святых, ну, можно ли верить всем канонизациям? И те, которые канонизируют, они от кого получили такие полномочия знать, что на небе совершается, где после смерти душа находится? Вот, Левон, задашь такой вопрос? Задам. Все. Этот можно оторвать сейчас, вот этот, и заново включить. Просто если можно, минуту. Слышно меня? Да. Как происходит канонизация, если бы меня вы в курс дела ввели бы просто? Это на совете каком-то или как А вообще вот это происходит? все и задашь. Это Хорошо. один и тот же вопрос. Все, что о канонизации знаешь, и во время, когда я отвечу, и у тебя еще под вопросы возникнут, Сергей, пожалуйста, не уходи никуда. И ты, да, и он, мы составим прекрасный ролик. И еще вопрос. Кроме того, что насчет самой канонизации спросить, почему нет ни одного мирянина, да, Да, именно канонизированного? так. Почему? Почему, говорит, это Понятно. Андрей Кураев задал вопрос. Почему? За 1000 лет ни одного. Все Хорошо. небо монахам принадлежит разве? Миряне, Ясно. если не были казненные, не были исповедниками, просто жил, ну, жил нормальный человек, семья у него, воспитывал детей, все у него нормально. Ну, просто христианин хороший-то. И он задает Андрею, а другой монах, ничего вообще нет у него за ним, кроме того, что он спрятался, канонизирован. Вот все. Хорошо. Все, отключай и заново включай.